что-то есть. Да. А в нее сейчас зайти можно? Или она закрыта? Нет, она открыта. Здравствуйте. Или это один большой микрорайон? Это будет два потенциально, 17 и 18. Два микрорайона? Да, два разных сорта. На 30 тысяч жильцов, 5 детских садов, я думаю, наверное, впритык хватит. Но две школы, но мое мнение, скорее всего, недостаточно. Пока еще ковш экскаватора не черпнул здесь, и не начали строить конкретно дома, есть шанс что-либо поправить. Вот еще раз прошу, обратите внимание, если двух школ или еще двух соседних микрорайонов достаточно, значит, в путь. Если вы чувствуете, что явно недостаточно, поправьте еще вот эту всю документацию строительную. Еще к стадии, конечно, публичных слушаний, тогда всю расчетную мощность...